Доброе февральское утро. Мы проснулись. Надо не проспать завтрак. Пойдем на улицу. О-хо. С утра солнышко хорошо светит на соседний корпус. А наш корпус получается в тенечке. В жару это, конечно, преимущество. Ну, собственно, сейчас и не холодно. В трусах тоже можно находиться. На улице. Пойдем будить. Будить своих на завтрак. Сначала первый этаж, я думала, будет плохо, но потом, как оказалось, первый этаж – это лучше всего. Это обалденно, вы выходите сразу босичком в травку. Плохо, что нельзя было эту дверь, из которой ты в травку выходишь, замкнуть с улицы, да? Она только изнутри замыкалась. Ну, мы пару раз оставляли номер открытым, просто дверь прикрытая. Мы же не уходили далеко, мы в бассейн. Уборщик, паразит, замыкал. А нет, это даже на родном украинском языке. Хочется как можно скорее все заснять, все показать. Но первым делом надо пойти позавтракать, дабы насытиться, свою утробу ненасытную набить халявной пищей. И на встречу с гидом обязательно надо бы сходить. Хоть это такой, ход, разводничок, гид вам парит все нужное и ненужное. Но пойти познакомиться нужно обязательно. Небольшой уголок края на земле. Пойдем. Про гидов, да, уже множество слов сказано. И даже повторяться не хочется, но вестись на цены и условия от гида, это просто подарить ему свои деньги. Много денег? Пробка, пожалуйста. Наверное, это не гид. Те, кто приехали с нами, они все согласились на его экскурсии, и только мы были не согласны. Мы посетили, мы послушали, покивали головами, а он говорит много и говорит интересно, говорит, что только я, только вот у меня это все, не ходите никуда, давайте ваши деньги скорее мне. И кошелечек открывает. Да. Ходит по рядам. Это ваше дело. Согласиться на экскурсию за $40 или найти такую же экскурсию за $15. За 13. Даже, да, и дешевле, и дешевле. Ну, гида послушали. Интересно, много ли народу поведется на его цены. Ну, цены приемлемые, я опубликую, конечно. Посмотрим. Есть и другие варианты. Доволен? Очень доволен. Пока доволен. Только всем. Я сейчас просто в тени, я хочу вон туда на солнце. Солнышко хочется. Солнышко сейчас попадешь. Заполним все бумажки. И купаться в бассейн. О, что-то трюки вытворяют. На солнце жарко так, вообще классно. Скажи, утром было попрохладнее. С ошейником, плюс. Египетский котик. Бедный. Он с подбитым глазиком. А там что-то внизу, глянь, можно туда. Пусть. А это банановая, смотри, Дема, вот. О, это же банановая пальма. Вот это банановая пальма, глянь. Вот тебе и бананчики. Вот они. Смотри, видишь, они еще зеленые. А, растут бананы, глянь, вот они. Видишь, какие.
А пахнет, слушай, возле нее. Это цветочек вот этот пахнет. А это, да, это еще цветет. Лянь, как классно. Очень понравилась растительность в отеле. Пальмы, не маленькие пальмы, а здоровые. Ну, как показывает практика, пальмы можно пересадить, возможно, их привезли откуда-то. Ну, остальная растительность, банановые пальмы, то там встречаются с маленькими бананчиками. И это классно, это радует душу. Видно, что бананы уже обрывали, наверное, наши, так как ни немцы, ни китайцы этого бы делать, скорее всего, не стали. А нашим интересно бананчик маленький сорвать, куснуть, фу, фигня. Выбросить. Выбросить, да, потому как неудобоваримый, зеленый. Какие-то непонятные кусты, неизвестные цветы, но все так красиво, все изумительно, все подстрижено, все окучено. Камеры наблюдения, ну это так и надо, все правильно. Без наблюдения отель оставлять нельзя. А дальше территория продолжается. Подробный обзор территории мы как-то потом снимем. Потом. Пока мы и сами не поймем, что где. Только по видео других снимальщиков. Здесь необычайно тихо. И вот это вот отсутствие людей, отсутствие большой загрузки дает большое преимущество. Большой плюс для тех, кто хочет сам побыть, вот прийти и в бассейне самому покупаться, лечь там, отснять для себя видеоблог, с девушкой уединиться там или с аниматором каким-нибудь. Вообще класс. Отель не загружен. Причем вторая половина отеля или ремонтируется, или реконструируется, но не заселена. Много народу тут уже снимало и рассказывало все в мельчайших подробностях. И мы попробуем по этим же достопримечательностям пройти и найти изюминки в этих подробностях. Жалко, нет со мной корешка. Ай, жалко. Мы бы с ним тут этот отель перевернули. А сам я просто, ну как, скромненько, скромненько буду загорать. Даже в классике можно попрыгать. Для любителей классиков, классических классиков, есть вот ячеечки скачи да схочу. Далеко мы уже ушли. И идти еще далеко. Сигали, там... там уже нельзя. Все заселено, и все работает, и детский клуб работает, все работает. Так вот, здесь... Сигали движняк. Мне так не хотелось, много людей. Мне не хотелось, чтобы я вышел, и меня окружало там 300 человек сразу возле бассейна. Хотелось тишины и покоя. Вот, как здесь, здесь. Прекрасное место. Неужели тебе хотелось... На именно, полный чтобы рот, не снимай. И постоянно наводится порядок. Постоянно что-то драют, таскают с места на место. Хоть и не для кого, но я смотрю, окна там, чуть-чуть, ребят. Опять звезд все-таки ощущается. Так. А вот и место тусовки детей и нетрезвых взрослых. Сюда обязательно придем, тебя искупаем. Тебя. На Тёме все испытаем. Это зоопарк, кому-то бах. На Владе, кому-то бах. Тут же зоопарк где-то есть. Я попробую, может. Я слышу, где-то кто-то блеет. Как водичка? Зоопарком уже пахнет, вон они там бегают, все. Бегают. Пойдем к ним. Вот это кафе, когда был этот мистер Инклюзив, это кафе запустили. Ага. А люди ему пишут, что вы все неправду показываете. Оно ж не работало, да, и не работает. А он пишет, да где я показал неправду? Я ему написала, что кафе это никогда не работает, а при вас оно работает. И вот и мы можем доказать, что оно не работает. Ну нет загрузки, нет смысла вообще в запуске этого. 20 марта выложили оба ролики, представь. У Крылова кафе не работает,
У Клюзева этого работает. А. Мы там не обойдем. Давайте сюда. Ну, мы можем вот тут зайти и глянем. Почему? Какой туалет? Туалет. Нет, то, что есть на территории свой небольшой зоопарк, это большой плюс. Есть на что посмотреть. И детям интересно. Пойдем и мы посмотрим. Привет. Привет, животинки. Барашка. Слушай, да тут... Костный двор. Да, прикольно, он гоняет. А ну в загон, да. Тут залез в тазик, сейчас я. Прикольно. Не, ну вот этот мигает прикольно такая. Гуси, гуси, ага. Это что, вымя такое? Яйца, не пойму. А что так? Ему ходить больно. Слушай. Так это какая-то аномалия, да. Гуси друг друга топчут. Это, короче, не сколько зоопарк, сколько подкормка. Да. А там грабить надо. Да ты что? Пойдем посмотрим. Вот он, смотри. Попугай. Вон Кеша сидит, глянь. Да. Вон они, Кеша. Это наши. А вот индик настоящий, глянь, какой. Это он тебе не рад, сюда по всему. Раскушился. Вот ты кто. Снаружи зоопарка какой-то птиц гуляет. Какой-то местный голубок. А запах тут, я вам скажу, ну, такой скотный двор, зоопарк, смесь всех этих фекалий, свежего сырого воздуха. Ну, в общем, ничего хорошего. Привет, дружище. Привет, микроорганизм. Вылазь к нам, иди сюда. Смотри, может кусануть за палец. Ой, ты руку не суй, а то укусит. Ну да. Нечего ей дать. Давай. Сухарик с чесноком. Сейчас она офигеет. Она скажет, а пивка? Ничего себе сигает, слушай. Мы что-то достаем. Она сейчас офигеет от вкуса. Глянь, какие. Надо было ему пивка взять. Рукой дай. Ну уже, да, прикольно. Сейчас я тебе дам, а ты ей дашь. Сухарик с чесночком. Дай это, она тебе ручкой возьмет. Дай ей прям. Нет. Дай. Глянь. Не рука. Глянь, она так понюхала, такая. Фу. И взяла все равно. Она его кинула. Глянь, они обе спустились. Давай, давай, сухарик. Давай. Кинула, да, глянь. Мелкий пошел, понюхал. Они не хотят с чесноком есть. Глянь, как она ручка. Не хочет, Тём. Хотят? Ой, это съела, глянь. Ты понравилось. Мелкой не очень. Мы им потом принесем. Мы что-то еще будем долго, мы им принесем какую-нибудь фрукт. А может, или нам завести обезьянку. Слышали, какие чудные, а? Вот это заведем обезьянку. Дома такая выбегала. Представляешь, сколько шкоды она натворила? Представляешь, она руками все берет, все разбрасывает. Папины флешки потом не найдешь. Трындец. У нас ты обезьянка еще та. После тебя ничего не найдешь. А после такой так и подавно. А вырастет же в такого вот большого бабуинчика. Да, такой, да, с лапками. Ого. С руками. Но обезьянки закормлены туристами. И все подряд не едят. Сыр-косичку тоже не едят. Перебирают харчами. Причем
тот же самый финик, одна обезьяна может есть косточку, другая съесть мякоть. А третья просто откусила и выбросила все. Хотелось бы такую обезьянку дома иметь. А индюки, помнишь, какой там был индюк? А потом мы смотрим, а он оказался на разделочном столе, уже готовый такой, жареный. Ну, мы как-то не подумали, что это именно тот индюк был. А потом смотрим, а мальчик-то из этого вольера пропал. Осталась девочка. Мальчика съели гости. Может быть, и обезьяна поедят. Он был такой красивый, крупный, да? Вот это у него такая вот эта сопля висела. Такой настоящий индюк. Взяли, подали на стол. Ну, он был такой вкусный. Они его приготовили целым. Вот такой вот он лежал. Вот такой. И они его, какая там духовка, да, вот они его запекли. И он такой был насквозь проготовлен. И даже не сыровать, ничего. В общем, зоопарк пригождается не только в эстетическом плане, но и в кулинарном. Хоздвор, да? Здесь еще одна сцена. Возможно, тут что-то проводится, ритуалы какие-нибудь, когда никого нет, когда все спят. Ритуалы. Ну да, барашка. Видишь, там приносят жертву. Ни одного следа нет. Вот. Это, впрочем, да. Убирают, даже нет людей. Людей нет, а уборка есть. Чудеса. Чудеса. Кстати, да, надо обратить внимание, что очень зелено. Цветы, территория, загородки все. Все очень красиво. И за этим всем ухаживают. Это все поливают. О, а на пляже работает барчик. Я уже вижу цель нашего путешествия. Как Крылов сказал, бары работают всегда. Пляжик, принадлежащий отелю. Также есть пирс, который уходит глубоко и далеко. Отлива нет. Нет отлива, да. Для Тёмы идеальный заход в море будет. Пойдемте, баба. Все хорошо. Даже легкий ветерочек, это не минус, а скорее это дополнение. Ветерок здесь есть постоянно, особенно в феврале. Причем в отеле там ветра нет, отель так сконструирован, что все загорожено. Но скопище мух немножко добивает. Мухи везде, мухи на пляже, мухи в лобби-баре, в барах возле отеля. Их травят, говорят, травят каждый день. Каждое утро травят всех насекомых. Но мухи летают, копятся. Есть мухоловки повсюду висят. Но борьба с мухами, наверное, бесконечна. И люди в ней явно не победят. Это дряпалка для когтей кошачьих. Да, Филечка дряпал бы когтики. Сейчас отливов нет, и как бы можно свободно заходить с берега, но идти далеко на глубину, поэтому можно пойти по пирсу, пойти и там где-то занырнуть. Кстати, глянь, это украинский флаг. Ага. Тут флаги всех народов, ну, не всех, конечно,
погорячился. Десяток флагов. Как-то так. Пусть знают наши. Вот что это такое? Это светильник, ты представляешь? Такой он необычный. Дырочный светильник. Он из этих дырочек излучает поток фотонов. Какой-то квантовый генератор, в общем-то. Море прозрачное до невозможности. Трындец, какая водичка, как в бассейне. Чисто-причисто, волны плещутся, ветер поднялся после обеда. Утром не было ветра. Утром не было, сейчас ветерок. А в море в самом ветра еще больше. Ну, пойдем. Купание на ваше усмотрение. Кто за вас не отвечает, если вы утонете или вас кто-то съест. Дальше предупреждение. Начнутся кораллы. Коралловые рифы. Нам как раз туда и надо. Мы туда запустим нашего водолаза Влада с экшн-камерой на голове и на других участках тела. Он нам привезет хорошие кадры. Может, даже с кусочками коралла и морского ежа в свои пятки. Интересно, куда тянется веревка? До того пирса, что она выходит куда-то в клуб и заканчивается. Все, типа, дальше можно проплыть. Не знаю. Да, между досками, если что-то уронить, провалится запросто. Так вот телефон падает, да, и туда бульк, и все. Так что держите мелкие предметы прочно. Дальше буйки покрупнее. Если вы такой здоровый бык, что проплыли оттуда сюда, для вас и буйки надо такие более моцные. Ставьте рядом. Будет веселее на вашем участке. Тут бы еще барчик не помешал такой на конце, наверное, с пивом. А так не наберешься, да, сюда переносить. Это кораллы. Здесь человек кораллы вылавливает. И вот оно, открытое, ничем не прикрытое море. Хорошо, глянь, какая зеленая бирюзовая вода. А ты пробовал что-то выжигать? Да, они уже там дома, раз не спалили, там как-то выжать там было. Смотри, смотри, смотри. Капец. Никому не показывают, у нас накажут. А говорили, ресторанчик на пляже, а он-то работает, работает. Просто по времени. С утра мы шли, не было ни души к обеденному времени. Вот сейчас идем на обед. А тут все открыто, все функционирует, люди сидят, пищу принимают. Поэтому имейте в виду, данная заведенница работает исключительно по часам. Посмотрим, как тут будет после обеда. Обедать-то мы все равно пойдем в наш основной ресторан. Основной, тут просто жарко сидеть. Египетская кошечка. А котик. Ой, ты малыш. Ты такой филя, да? Яйца у него уже какие большие. Египетские. Смотри, у них прям домик там сделан. Кошачий домик.